Градоначальник не мог пропустить столь значимое событие для города и лично поприсутствовал на открытии. Александр Викторович прошелся по новому магазину, изучил меню и пообщался с сотрудниками, а также поделился с нами самыми первыми впечатлениями от увиденного. А удивлять Виталюр, как оказалось, умеет. В преддверии Нового года уже стала хорошая традиция открывать новые объекты. И этот год тоже не исключение. Самое главное, что в этом торговом объекте можно приобрести любой товар. Не надо будет ездить, искать что-то, купать, а можно, начиная сегодня от продуктов питания, быстрого даже питания и даже на ходу купить чашечку кофе. На торговой площади чуть меньше 2000 квадратных метров есть все, чтобы не только закупиться провизией, но и отдохнуть. Для этого прямо внутри магазина соорудили фудкорт с горячей едой, которую готовят у вас на глазах. Здесь есть блюда на любой вкус. Салаты, бургеры, блины, пиццы, хачапури, роллы и многое другое. Для удобства в зале стоит электронное меню, где выбрать кушанье не составит труда. Более того, заказать пиццу легко даже по телефону. Перекусить можно тут же, как говорится, нет отходя от кассы. Для этого есть столики с уютными диванами и барная стойка. Сейчас компания «Виталюр» стала активно развиваться не только в городе Минске, но и в других городах, поэтому, собственно, мы, скажем так, более пристально рассмотрели предложение по Бобруйску. Мы запустили уже еще два объекта и парковый запустим в марте-апреле. Еще одна новинка – салат-бар, где можно собрать себе закуску из любимых ингредиентов. Стоимость здесь исчисляется за 100 граммов, и абсолютно не важно, что именно будет лежать в вашей тарелке. Приятно удивит, наверное, любого и количество выпечки собственного производства, начиная от хлеба, заканчивая тортами на заказ. К слову, торговая сеть заботится о вкусе хлебобулочных изделий на вашем столе. Именно для этого закуплены низкие стойки, так как на высоте хлеб просто не дышит. А поистине зрелищный стала тандыр, в который пекут традиционные лепешки. Мне здесь понравилось больше всего коктейли. Очень понравился, такой вообще классный. Разобраться в большом количестве рыбы, а таковой здесь около 80 видов, дело не из простых, даже для гурманов. Но это не проблема для Виталюр. В специальном отделе с выбором помогут рыбные консультанты. Для тех, кто не особо любит чистить и разделывать охлажденную рыбу, за вас это сделают сотрудники магазина. Причем за спасибо. Также бесплатно водно-позвоночных замаринуют любым из предложенных вариантов маринада. В магазине можно воспользоваться услугами слайсера. Это когда мясо или сыр нарезают очень тонкими ломтиками. Сегодня открылась компания «Еврошоп», около 300 метров. Также мебельный магазин, магазин посуды, зоомагазин, цветочный. И в ближайшее время совсем откроется эта пиццерия «Папа Джонс». Особенностью магазина можно назвать и работу напрямую с поставщиками, что исключает много факторов, таких как, например, разморозка и заморозка рыбы и мяса, которая влияет на вкус. В некоторых случаях продукты доставляют прямо из фермерских хозяйств. Такой товар можно найти по этикетке «Ферма». Выделяют сеть и большое количество товаров под собственной торговой маркой. Это более 500 позиций, на каждом из которых, как знак качества, нанесен логотип. Тип «Виталюр». И это не считая собственного производства, то, что повара, пекари и кондитеры выпускают ежедневно, а это около 700 изделий. Для удобства возле магазина расположилась парковка на 250 машиномест. Появился заезд в супермаркет со стороны Минской и Гагарина. А вскоре рядом появится и остановка общественного транспорта. Запоминайте новый адрес – Минская, 149, недалеко от кольца. Свои двери «Виталюр» распахивает ежедневно с 9 утра до 11 вечера. Кристина Рианс, Павел Зуев, Бобруйск, 360.